Не держите меня навсегда. Мое время вперед ушло. Я узнал, что есть дверь где-то между ковров и камней. Не найдусь я в Кремлях, не найдусь в самых новых черемушках. Ни газет, ни афиш не украсят строкой обо мне. Да, мой дом был хорош, мне совсем не хотелось тереть его. Но тем громче шаги, чем теснее от стены до стены, потому не вопрос, что с таким моим скверным характером меня выгнали прочь из палат, из казарм, из тюрьмы. Я встал и пошел, увлеченный иными процессами. И кончались моря берегами немыслимых стран. В кабаках и в дворцах я встречался с такими принцессами, что любой монархист через 10 минут стал бы Анну. Так не надо искать, оставайтесь под крышей меж стенками. И однажды под ночь я приду на немеркнущий свет, весь в пыли, как в долгах, волосатый, обвешанный фениками. Постучусь к вам в окно и скажу вам: впишите на флэт. Спасибо. Вот куда меня несет? Я недавно напечатал книжку стихов. Сейчас я вам ее покажу. Это вот такая книжка. Она экспериментальная. В ней стихи, представленные на страницах неким новым, как сейчас говорят, инновационным образом, вот, который я как-то придумал, и вот захотелось попробовать. И он применим к любым стихам, но попробовать, естественно, захотелось на своих. Поэтому вот я вам всем ее показываю. Читать не дам. Читать не, я всем раздам. Кто кому интересно будет, подходите в перерыве. Это с удовольствием. А как называется? Называется книга «В инверсивной стихографике». Заинтриговали. Вот, соответственно, ну, стихи там будут разные какие-то. Скажем так, вот инверсивная стихографика – это вот та концепция, которая в этой книге реализована. Вот стихи в ней выглядят вот так. Издалека может показаться, что там просто, это даже нечто более новое и радикальное. Издалека может показаться, что здесь просто отдельные слова, даже не по строчкам, а просто разбросаны по странице. А есть пробелы, чтобы вписать недостающиеся. Ну, это новая идея будет. Это будет... Да, это идея для следующей книжки, но здесь они просто, скажем так, представлены так, чтобы немножко стать ближе к разговорной речи и задуматься о том, что такое вообще поэзия и чем она от обычной речи отличается. Вот, скажем так, это об этом. В двух словах не объясни. В двух словах... Костя, у нас только время. В двух словах это просто целая лекция будет. Да, я в перерыве объясню. И тут будет небольшое предисловие, которое про это все
Рассказывай. Первая ассоциация — Маяковский так писал, нет? Ну, как бы разные были идеи относительно того, как представлять стихи. Да, у Маяковского вот самое, пожалуй, известное, но были всякие эксперименты, то есть там, начиная... Ну, у тебя прямо инновационно. Ну, не знаю, я во всяком случае ничего такого не слышал. Да. Петь так петь. На рассвете мне пришла пора идти до края неба. Голоса вокруг поют мне краю неба. Нет, я не знаю куда. Ни партнеров для драк, ни связи в верхах, чтоб сделаться выше. Но те немногие, что рядом со мной, как отвести от них мрак? Скажите мне кто-нибудь, как помириться с ближним? И вот я пою, я готов петь и вам. Мы все поем о своем, мы все что-то ищем. Я пою, что не знаю куда, и я слышу, пора идти в храм. Но как перед этим мне помириться с ближним? А все мы равны перед Всевышним, никто из нас не окажется лишним. Но есть вера хозяев, есть вера последних бродяг. Каждый считает своих чуточку чище. И только я, ни рыба, ни мясо, опершись от дверной косяк, стою и молюсь: Господи, помоги мне помириться с ближним. Господи, помоги мне помириться с ближним. Господи, помоги. Пример стихотворения. В жизнь мою тверезую, наивны и прытки, проникают розовые открытки. В этом безобразии, в тиши и глади, происходят разовые объятия. И у самого порога моей ветхой будки цветут недотрога и незабудки. Между зубчатых колес моей головы застревают клочья волос и жесткой райской травы. Без боли и стыда ни туда, ни сюда. Но да будут прерваны лишние оглядки, рвущие меня пополам. Вперед! Голыми нервами, душой в пятках, по битым зеркалам. Ты хочешь сказать свое слово в потоке обмана? Одно бревно плот лишь бы сносило на берег. Но внутренний лентяй убил внутреннего графомана. И даже перо в руке само себе не очень-то верит. И снова в засадном полку на битву с неправдой. От напрудной да не прядывай, но берег взглядом окинь, он не дальше руки, а счастье созвучий напомнит тебе, что повторно, и у каждой строки в конце
звенит, обрываясь цепь. Лемма Цорна. В частично упорядоченном множестве, в котором каждая цепь имеет верхнюю грань, есть наибольший элемент. Ты хочешь быть с той, с кем можно встречаться без масок. Так важно иметь свою смену на личной границе. Но внутренний жлоб убил внутреннего ловеласа. И даже уже не радуют новые лица. И снова ярлык на судьбе, мол, судьба одинока. Одноуха. Одноуха. Но раз и случайный привет, готов улыбку в ответ. И что с нею делать, когда судьба легка и покорна? Любовь, что бывает одной, ждет по дороге домой. Лемма Цорна. Остальному смокнуть меня принимает Волга. Вокруг уже никого там. Уходит в изгиб дорога. Теперь внимай монологу внутреннего экскурсовода. Взгляд единственно верный, вроде как объективный, отметит вид характерный, тем уже не противный. Большую чистую воду, лес до горизонта, ни провода, ни отходов, людского труда и понта. И там, не найдя детали,
ни для стёба, ни для умиления. Он плавно скользнет по дали, то в небо, то вновь под небо, то в небо, то вновь под небо, то в небо, то вновь под небо. Возможность мира и лада мне больше уже не надо. Ни быть, ни иметь, ни казаться, ни делом, ни делом смущать глаза отца. Пусть грязь чистота впитает, на ноль без следа умножит. Но кто же я? Тот же? Что же? То, что не тайна, не тает. А так-то мило, но мало. Ни сво, но не смыв, не сломало. Назад, на задворке, озимь. К заданиям, задумкам, занозам. И сзади, за точку взгляда, цепляется все, что рядом. Душа беспокоя, нервы. Тело, фастфуд да консервы. Все 100 килограммов грязи, зависимости и связи. Стоит в тупике тупица, идти и сила невыносима. А все-таки так красиво, что хочется перекреститься. Ой, что касается поэзии, не своей. Вот столько раз уже пел эту песню, а все забываю эпиграф. Эпиграф. Я ударился об угол. Значит, мир не так уж кругл. Олег Григорьев. Циферблат, а в доме то потоп, то пожар. Стрелка все бежит, как рулеточный шар. Слышь, завожу будильник, как Ниву часовую сапер. Некогда прощаться, все, я попер. Пространство торчит дымовою трубой. Не за что держаться, пробуй уносить с собой. Нечего терять, и мы все в этом будем равны. Время лечит ампутацией и ничем иным. Пространство насквозь. Еще минута прочь, еще 2 километра врозь. Но я все расстояние тебе без сожаления отдам. Догоняй по шпалам, по проводам, по ладам. Свалка за окном сегодня белоснежно чиста. Это намек на то, чтобы играть с листа. Но также, безусловно, чтобы с листа начать. Круглая земля, выходи встречать. А также, безусловно, чтобы с листа начать. Круглая земля, выходи встречать. Thank you.
где-то посреди ВДНХ раз меня спросили классики, нет ли у меня других стихов, более похожих на стихи. К этому вопросу не готов, еле понял, что они хотят. Нет ли у меня других щенков, более похожих на котят? Не сверлите мне глазами щек, выходите на поверхность дня. Встретится вам кто-нибудь еще, более похожий на меня. Спасибо.